слежу за вашим отлетом, пацаны. Ты чё, барсет? Все в порядке, барсетка на месте. Новый командировочный тур. Сегодня прилетел в Женеву. Затем отъехали немного до Франции. И здесь буду находиться ближайшие несколько дней, чтобы снимать для вас новинки женевского автосалона. Затем отсюда вместе с... Сюда я приехал с компанией Шкода, за что мега респект, за то, что пригласили, привезли, обеспечили такую красоту. Завтра как раз мы поедем на их мероприятие, покажем актуальные новинки от бренда. Затем через несколько дней мы встречаемся на стенде Aston Martin, и оттуда мы выезжаем в автопробег с этой компанией, будем тестировать новый DBS, новый Aston Martin Vantage, DB11, будет огонь. В итоге мы затем через пару дней приезжаем вместе с ними на Нюрбургринг, где я остаюсь на несколько дней вместе с моим товарищем Мишей Шарудиным, и там мы будем тестировать суперкары, их гоночного Каррентова, у них там же свой отель. И затем оттуда я вылетаю еще в Португалию вместе с компанией Michelin. Будет крутой лайфстайл-трип. В общем, миллиард событий на подходе. И сейчас вот мы прилетели в аэропорт Женевы и отъехали буквально минут 20 во французское местечко. Посмотрите, какая здесь лепота. И уже завтра сюда приедут мои коллеги-журналисты. И мы начнем движуху. Ну а сегодня, пока буду работать здесь по... московским вопросом, работа с Москвой, и вечером еще повидаемся с моим старым товарищем Артемом, который живет в Швейцарии и делает здесь бизнес. Такие дела. Сегодня 4 числа, за день до старта Женевского автосалона, можно уже увидеть оживление в нашем отеле. Посмотрите, появилось много автомобилей Шкода, много персонала от Шкода. Начинает прибывать со всего мира участники. Я посмотрел на завтраке, на столах еще стояли таблички Mercedes-Benz. То есть здесь у нас еще и участники, вот приглашенные гости будут от Мерседеса. Так что все, движуха начинается по плану сегодня. В обед едем на специальное мероприятие от Шкода, где автопроизводитель покажет свои новинки. Это такая очень популярная последние годы фишка, когда перед автосалоном производители устраивают такие мероприятия специальные заранее, да, чтобы заранее уже словить определенный хайп в social media, в соцсетях, в СМИ. Да, то есть такой ход конем немного наперед. Такие дела. Так, друзья, посмотрите, какая у нас происходит суета. Мы сейчас приехали на мероприятие, которое называется Volkswagen Group Media Night. И, по идее, сегодня мы здесь увидим самые разные новинки от участников Volkswagen Group. Пойдемте внутрь, и сейчас мы с вами все увидим. Мы прибыли на мероприятие Volkswagen Group Night, где различные участники этого концерна представили некоторые свои автомобили. Гораздо больше разнообразия будет уже вне автосалона, а сейчас такое превью. И начинаем мы с представителя Lamborghini. Здесь у нас Aventador, и не простой Aventador, потому что кроме того, что это версия SVJ, это еще и SVJ Roadster. Всего будет произведено 800 таких автомобилей. Здесь у нас все тот же V12, 6,5 литров, атмосферный мегазаряженный мотор, 770 лошадей. Но так как это у нас родстер, то он немного прибавил в весе, а именно 50 килограмм, и теперь он весит чуть больше, чем 1,5 тонны. Едет до сотни, на 1 десятую хуже, чем просто свежее, не родстер, 2,9 до соточки.
В принципе, если в двух словах про SVJ Roadster мы все, поэтому пойдемте дальше, ведь здесь есть Bugatti и не только. Ну а здесь вы можете увидеть Bugatti Chiron, но не простой, спецверсия, которая выполнена к 110-летию компании. Всего таких будет выпущено 20 экземпляров. Отличаются они определенной экстерьерной и интерьерной стилистикой. И построены они на базе спортивной модификации Bugatti Chiron, то есть он легче на 18 килограмм стандартной версии Chiron, если опять-таки так можно вообще выражаться. Посмотрите, какой он красавец, а. Внешне у нас идет синий такой матовый карбон. И еще из отличительных черт от стандартной версии Chiron у этого является активное использование карбоновых элементов просто повсеместно, а также антикрыло. Если посмотреть на его нижнюю часть, то там вы увидите французский флаг. Ну а сейчас позади меня вы видите очень нашумевший в последнее время концепт от Audi, который называется e-tron GT. На данный момент по цифрам у него спереди и сзади по электромотору суммарная мощность составляет 590 лошадиных сил, до сотни едет за 3,5 секунды, до 200 за 12 секунд. Должен выйти в серию до конца 2020 года, и уже ближе к этому времени будут понятны и реальные цифры по динамике, и финальный экстерьер-интерьер. Но если посмотреть на машину сейчас, как снаружи, так и внутри, в принципе, она выглядит как готовая к серии, так что я думаю, что до серии она дойдет либо прям вот в таком виде, либо с совершенно минимальными изменениями. Выглядит, конечно, бомбически, как внешне, так и внутри, но экстерьер – это прям вот вообще пушка. И также, если вы посмотрите на внутрянку этой модели, то там вы увидите развитие тех идей интерьеров Audi, которые есть сейчас. Ждем эту машину в серии как можно скорее, но, к сожалению, в конце 2020 года. Так, здесь у нас Миша, Click on Car, бог кликбейта, оффроуда и просто наш классный коллега-блогер. Миш, что это у нас за машина, что это за Шкода, что ты про нее знаешь? Я знаю про нее почти ничего и, в принципе, можно особо не узнавать, потому что этой тачки у нас не будет. Ты серьезно? Поворачиваемся и выходим. Шкода Камик совершает комическое действие по отношению к российскому рынку. Да, к сожалению. Но на самом деле прикольно, что эта тачка... Помнишь, ты был в Шанхае? Да. Ты видел там Камик? Я не помню. Да, ты не помнишь. Ну, он, короче, на базе Рапида был сделан. Они сделали еще один Камик для Европы на другой базе, на базе Скала. То есть он более технологичный, чуть-чуть посложнее сама платформа, но у них уже теперь два Камика. То есть они что-то пошли по пути усложнения. Очень-очень много комичности. Да. Отдельный респект Мише Крикункар за то, что он, несмотря на то, что он болеет, ему тяжело, человек борется и делает для вас творчество. Мишаня, тебе скорейшего выздоровления, круто отработать на Женеве. Спасибо. Мочи. И вам тоже. Спасибо, бро. Наверное, самая обделенная вниманием машина на этом Volkswagen Group Night. Перед вами Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid, и обделена она вниманием, потому что она не является новинкой. Я поначалу думаю, так, что такое, они выпустили какую-то еще версию Panamera, начал искать в интернете, но потом понял, в чем дело. Это уже известная Turbo S гибридная. По ней вы уже, наверное, все знаете, на всякий случай напомню. V8 4 литра битурбо плюс силовая установка 680 лошадей, 850 ньютон-метров крутящего и 3,4 до сотни. Супер быстрая машина, мы делали не одно видео про эту тачку, так что проверяйте в разделе видео. И рядышком здесь еще расположился очень пестрый автомобиль Volkswagen ID Buggy. Ну, такой больше концептуальная история. Volkswagen пробует разные подходы, чтобы привлекать внимание к своему бренду. И вот в этот раз они выпустили вот такую позитивную, красивую, пляжную букашечку в хорошем смысле этого слова. Пойдемте завершать еще одной крутой тачкой наш обзор Volkswagen Group Night. Go! И еще одна обделенная внимание машина на этом мероприятии – это Bentley Continental GT версии Number 9 Edition. Эту версию они сделали к столетию функционирования этого автопроизводителя, и будет произведено всего 100 таких автомобилей, то есть это у нас лимитка. Посмотрите, как стильно здесь они оформили решетку радиатора цифрой 9. Ну и в целом здесь немало таких стильных моментов в этой машине, которые они сделали специально, чтобы
подчеркнуть эту версию. В принципе, друзья, на этом завершается наш небольшой обзор с этого стартового мероприятия. Оно больше было такое не обзорно-автомобильное, а более тусовочное. Здесь встречаются самые разные представители разных СМИ, разные блогеры, представители автопроизводителей, и они общаются, обмениваются опытом. Мы тоже здесь встретили немало друзей и товарищей из автомобильного мира, и это, конечно, очень крутые впечатления, когда вы все время встречаетесь с этими людьми в самых разных частях мира. На этом мы завершаем наш ролик. Спасибо вам за внимание. На подходе новые мощные ролики из Женевского автосалона, так что не переключайтесь, вас ждет много мощной годноты. На связи!